Привет, меня зовут Людмила Лазарева, и те, кто смотрит мой канал, знают, что у меня совсем недавно было минус 12, сейчас у меня уже ближе к 5,75, и, в общем-то, я хожу постоянно без линз, очки, я уже давно забыла, что такое очки, я хожу без линз, я нормально вижу без линз, в общем-то, и я постоянно улучшаю зрение вместе с вами, я стараюсь улучшить зрение. Я улучшу зрение до 100% вместе с вами, и вы в реальном времени наблюдаете, как происходит этот процесс. Сегодня я расскажу вам о дыхательной гимнастике для улучшения зрения. Итак, дыхательная гимнастика заключается в том, что нужно дышать так, чтобы было не видно. То есть мы дышим спокойно, так что у нас не поднимается грудная клетка. Мы же не певицы оперные, не певцы оперные, правильно? Вот мы должны дышать спокойно. Вообще нужно держаться спокойно. Вот когда мы спокойны, обратите внимание. Кстати, интересная вещь. Метод наложения рук. Когда происходит вот лечат наложением рук. Там, значит, вот заболел зуб, например, да? И мы так сразу, зуб болит. Зачем мы кладем руку? Таким образом, мы успокаиваем дыхание, успокаиваем сердцебиение, успокаиваемся сами. Когда мы успокаиваемся, наше дыхание становится спокойным. Все наши органы приходят в нормальное состояние. И с помощью такого аутотренинга мы заставляем все наши органы работать нормально. Так вот, сегодня дыхательная гимнастика для глаз. Дышим таким образом. Вдыхаем на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задерживаем дыхание. 1, 2, 3, 4. Считаем до 4, 4 секунды. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдыхаем. Вот так мы дышим на протяжении всего упражнения. Итак, вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем. И в это же самое время мы делаем самые простейшие упражнения для глаз. Мы находим какую-то крайнюю правую точку и смотрим туда. И проделываем 3 цикла дыхания. Вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем. Это один цикл. Опять вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем. И снова вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем. И все, постоянно смотрим на какую-то крайнюю правую точку. Это для тех, у кого близорукость. У тех, у кого дальнозоркость, мы смотрим куда-то вот совсем рядом с лицом. То же самое мы проделываем крайняя левая точка, где-то далеко-далеко, куда мы можем достать взглядом. Мы находим крайнюю левую точку, смотрим туда и проделываем 3 цикла дыхания. Вдох, задержка дыхания и выдох. 3 цикла дыхания. То же самое, крайняя верхняя точка, 3 цикла дыхания, крайняя нижняя точка, 3 цикла дыхания. Потом мы делаем пальминг. 3 цикла дыхания мы вдыхаем, задерживаем дыхание, выдыхаем. Делаем небольшой массаж. Вот именно вот этими частями ладоней мы слегка-слегка-слегка надавливаем чуть-чуть, так чтобы было ни в коем случае не больно, на глазные яблоки. Глаза, естественно, закрыты. Сделали массаж. Теперь мы делаем следующее упражнение. Находим крайнюю верхнюю точку справа. Смотрим туда. Опять 3 цикла дыхания. Посмотрели. Потом переводим взгляд. Крайняя нижняя точка в левом углу. Смотрим туда. 3 цикла дыхания. Крайняя нижняя точка справа. 3 цикла дыхания. И крайняя левая точка сверху. 3 цикла дыхания. Опять пальминг. Массаж. И продолжаем дышать. 3 цикла дыхания. Вдох 8. Задержка дыхания 4. И выдох 10. Опять делаем пальминг. Массаж. И на этом все. Вот такая интересная метода дыхательной гимнастики. Дыхательные упражнения. Напоминаю, все близорукие смотрят как можно дальше, а дальнозоркие смотрят, естественно, как можно ближе, прям вот рядом с собой. Вот. Мы с вами продолжаем заниматься улучшением, восстановлением зрения. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
Пишите в комментариях, о чем бы вы еще хотели услышать и узнать. И всем пока, увидимся!